По словам отца девочки, после новогодних праздников семья возвращалась из Екатеринбурга домой на автомобиле. На трассе возле города Косли малышка почувствовала себя плохо. Ребенок был в бесчувственном состоянии, ни на что не реагировал. Периодически была рвота. Дорогой, не знаю, просить у кого помощи, увидев сотрудников ДПС, несящих службу на посту, было принято мной решение остановиться около них и попросить о помощи. Полицейские, оценив состояние ребенка, приняли решение не дожидаться кареты скорой и самостоятельно доставить девочку и ее маму в ближайшую больницу. Они заранее связались с медперсоналом и сообщили, что их маленькой пассажирке нужна экстренная помощь. Ребенок был помещен в реанимационное отделение. Были проведены все необходимые лечебные мероприятия, после которых у ребенка наблюдалась положительная динамика, ребенок пришел в сознание, был переведен в педиатрическое отделение, которое у нас функционирует, и выписан с улучшением на долечивание по месту жительства. Отец маленькой Ани говорит, даже боится представить, что могло случиться, если бы инспекторов ДПС Артема Ершова и Дмитрия Теплякова не оказалось на том месте, где они несли дежурство. Руководство регионального главка приняло решение поощрить сотрудников.